Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Усі знають, що Чорна п'ятниця – найголовніший розпродаж року. Її традиційно проводять в останні вихідні листопада. Але що це таке Чорна п'ятниця? Гра на нервах покупців або хитрий хід рекламників? Сьогодні будемо розбиратися разом з досвідченим маркетологом Сергієм Черпаковим. Я вас вітаю. Ну, почнемо з загального питання. Що ж таке Чорна п'ятниця? Вообще, отойдем немножко назад к источникам, что такое «Черная пятница», откуда появился этот термин. Изначально «Черная пятница» назывался день после Дня Благодарения в США, и называлась так, потому что на дорогах были огромные пробки, и проехать было очень сложно, поэтому ее так и назвали «Черная пятница». Если это проецировать на продажи, то «Черная пятница» — это последний день перед рождественскими распродажами, рождественскими скидками и праздниками. И как расшифровывается «Черная пятница»? Это день, когда у ритейлов будет максимальная прибыль. Вот, поэтому раньше, ну, в частном и сейчас, с «Черной пятницей» ассоциации – это большие распродажи, скидки, и можно купить что-либо для себя с большой выгодой. Это в целом, как понимаем мы «Черную пятницу», и это то понимание, в котором оно пришло к нам в Украину. Вот. Если еще, ну, скажем так, «Черная пятница» в нашем понимании, в наше время, уже утратила, скажем так, свою силу, свою мощь, потому что само понятие «Черная пятница» уже, к сожалению, у нас ассоциируется как, что ли, с обманом и недоверием покупателей. Почему так происходит? Потому что, например, там, где придумали эту «Черную пятницу» в США, там скидки 50%. Ну, условно говоря, 80%, и причем люди выстраиваются в очередь чуть ли не в 12 часов ночи, и огромная толпа людей врывается в магазины, сметает эти товары, плюс существуют еще так называемые заводилы, которые нарочно выламывают эти двери, создавают этот ажиотаж, гребут ненужные товары, и люди, видя вот этот весь ажиотаж, они начинают поддаваться этой, так сказать, панике покупательской и покупают то, что им не нужно. И, как правило, потом, придя домой и смотря на эти огромные корзины товаров, они понимают, что, ну, чувствуют разочарование, потому что купили много лишнего. Что, например, происходит у нас? Само слово «Черная пятница» используется ритейлами просто как информационный повод для продажи своих товаров. То есть, по сути, «Черная пятница», она приравнивается по своим скидкам, размерам и выгоде, как к тому же Новому году, 8 марта. Можно придумать любой праздник, там чуть ли не день рождения каких-нибудь снегирей в Африке. То есть информационных поводов можно придумать много. И «Черная пятница», к сожалению, стала одним из. Почему это происходит? Потому что многие продавцы вынуждены идти на махинации. Даже проводилось исследование и пришли к выводу тому, что 40% скидок, которые предоставляются, они являются фиктивными. То есть 60% остальные скидки, они существуют, но менее значимы и менее интересны для потребителей. Вот. И для чего это делается? Сейчас, когда все уже знают, что есть «Черная пятница», и ритейлы просто обязаны делать эту скидку, обязаны писать и приглашать людей к этому празднику. Потому что если этого не сделать, то люди просто не зайдут в магазин. Они просто будут проходить мимо. И когда мы говорим о скидках, вот я уже сказал, что выдумывают скидки. И в основном, как показывает практика, не только в Украине, а и в большинстве стран, придерживается двух распространенных способов, так сказать, махинаций. Первый способ – это стандартная накрутка цены перед непосредственно «Черной пятницей». То есть это может быть как и 100%, 200% и чуть ли не 350%. Некоторые ухищряются даже продавать товары дороже, чем они были до, собственно, «Черной пятницы». И второй способ, так сказать, манипулирования – это предоставление скидки огромной, которая действительно существует, но на неходовые товары, либо товары, которые, ну, вообще вам будут неинтересны. Но, скажем, вы приходите в магазин обуви, и написано скидка 75%.
Конечно, скидка интересна, она привлекает внимание, она вынуждает вас зайти за долгожданной скидкой, купить эту обувь с таким огромным, и сэкономив такой, в общем, хороший бюджет для себя. Но зайдя в магазин, что мы видим? Мы видим, что скидка есть, но на что она действует? К примеру, на носки, которые вам и за даром не нужны с этой скидкой. А на ходовую товары, там, те же сезонные обувь, скидка обычно 10%. Проводились исследования и пришли к выводу, что реальная средняя скидка во время Черной пятницы составляет всего лишь 9%. Все остальное – это только маркетинговый ход. Вот, как я уже сказал, либо накрутка цены, либо же на товар, который не популярный. И когда мы об этом говорим, как, собственно, не попасться на эти скидки, как, собственно, избежать вот таких вот бесполезных, бессмысленных трат. Во-первых, Черная пятница изначально была рассчитана на то, что у людей мало времени на то, чтобы принять решение. То есть вот эта большая толпа, которая вваливается в магазины, куча людей, которые гребут товары, пустые полки, они психологически заставляют и вас совершить покупки. У нас же такого нет. У нас Черная пятница растягивается и на неделю, на месяц. У некоторых ритейлов она может растягиваться и на год. И уже придумывают и пятницы, и среды, и четверги. И вот это вот все в целом, оно приводит к тому, что само понятие Черная пятница утратило свою былую силу. И покупатели уже меньше верят, стали уже более осознанны. И я могу, как маркетолог, дать вам несколько советов, как не попасться на эти уловки и как делать выгодные покупки в Черной пятнице. Потому что не все обманывают, не все накручивают. Есть ритейлы, которые действительно дают скидки. Их узнать довольно-таки просто. Как правило, эти скидки даются не длительное время, 1-3 дня. И, как правило, эти скидки не вешают на ценники. То есть просто вы приходите в магазин, вам говорят, у нас скидка, например, 20% на все. Это значит, что вы видите цену реального товара, отнимаете 20% и понимаете свою выгоду. Причем после окончания самой пятницы эта скидка уже не действует. И второе. В Черную пятницу вот некоторые спрашивают, насколько выгодно вообще совершать покупки, стоит вообще это покупать или нет. Как я уже сказал, Черная пятница у нас в Украине – это не тот день, когда вы можете купить товар с максимальной скидкой. Есть еще новогодние праздники и другие там, дни рождения этих ритейлов и магазинов, и вы сможете в эти дни купить товар со скидкой. Так вот, когда вы планируете, например, более дорогую покупку, вы знаете заранее цену этого товара. И когда вы цену зафиксировали, вы приходите в интернет-магазин или просто магазин, и в Черную пятницу вы смотрите, какая на него цена. То есть, если вы понимаете, что товар стоил до Черной пятницы, условно, 1000 гривен, а сейчас он стоит со скидкой 100 гривен, то есть вы понимаете вашу выгоду. То есть вы уже готовы были отдать эту 1000 гривен, ну, для вас это будет приятный бонус. И не смотрите на то, что этот товар в день Черной пятницы стал стоить 2000 гривен, и на него скидка около 70%. То есть реально вы понимаете, что выгода есть. То есть вы бы отдали полную стоимость, вы экономите, это ваша выгода. Так обращайте внимание. И еще один хороший способ, сейчас это может сделать каждый. Если вы видите заманчивое предложение, которое вам предлагает сэкономить кучу денег, успокойтесь, посмотрите в зеркало, сделайте вдох-выдох. И вы же осознанные взрослые люди. Скопируйте название этого товара, отправьте его в Google и загуглите, сколько он стоил на других магазинах. Как правило, несетевые магазины не меняют цены перед Черной пятницей. Вы прекрасно можете посмотреть, сколько это стоило до Черной пятницы и даже раньше. И тем самым вы сможете проанализировать, насколько это выгодно. Дякую так за таку обширну відповідь. А як щодо продавців, яка для них вигода? Тобто, от у них чи більше продати, як от зробити так, аби у день такого масового тотального розпродажу покупці звернули увагу саме на цей товар і саме на цей магазин? Як я вже говорив, ритейли вынуждены делать скидку во время Чорної п'ятниці, тому що все делают, и нужно делать нам. То есть люди просто будут проходить мимо, если у вас нет этой вывески, скидка. И, как правило, например, в тех же торговых центрах их обязывают делать скидки. То есть управляющая компания говорит, нужны скидки, делайте скидки. А, как правило, несетевые магазины предоставляют, уже закладывают изначально скидку 10% на любой товар. И, соответственно, чтобы привлечь внимание, они вынуждены делать большие скидки,
50-75, ну, как правило, это на товар, который не популярный, не ходовой, и вам он будет не интересен. Вот это вынужденная мера, ну, она необходимая. Чтобы не обманывать покупателей с накруткой цен, то есть гораздо проще предоставить скидку 75% на неходовой товар и смело разместить на витрине. У нас скидки до 75%, пожалуйста, приходите. Якщо підсумувати, що ми можемо сказати? Чорна п'ятниця – це шанс вигідно купити товар, або все ж таки це такий хитрий хід рекламників? В цілому можу сказати, що любая скидка, которая действует в любой праздник, она, если она оправданная и действительно реальная, она помогает сэкономить. Действительно можно купить товар по выгодной цене, но при этом нужно сохранять осознанность и правильно мониторить товарный рынок. Вот. Все-таки это является уловкой маркетологов, это является поводом для привлечения внимания посетителей. То есть нельзя сейчас просто сказать, приходите к нам, покупайте товар, нужно что-то придумать и сделать какое-то заманчивое предложение. То есть даже если мы просто разместим скидку без основания, просто скидкой приходите, начнут возникать подозрения, почему эта скидка работает. А когда мы говорим, у нас скидка к 8 марта, Новому году, Черной пятнице, чему угодно, логически это понятно. Праздник, скидка, можно доверять. Говорять, що якщо вам пропонують щось дешевше, то хтось повинен заплатити цю різницю. У чомусь має бути вигода. Як же тоді взагалі насправді працює ця система знижок та розпродажів? Как уже сказал, система скидок работает очень просто. Изначально уже закладывается определенная скидка на товар. Как правило, это 10%, которые могут ритейлы предоставить. И больше, как сами понимаете, это невыгодно делать. Большую скидку можно предоставить, если запускается, например, новый продукт. Это выгодно запустить и осветить максимальное количество целевой аудитории. Вот. И поэтому приходится ухищряться и делать скидки только на те товары, которые не популярны. То есть на те товары, которые готовы предоставить 9%, 10% скидки, на них и так будет предоставлена скидка. Но с большей степенью вероятности скажу, что все товары, которые будут не распроданы в Черную пятницу, вы их увидите с такой же скидкой, например, к Новому году. Поэтому не нужно, сломя голову, сейчас бежать в магазины и покупать товар, который вы можете купить абсолютно позже. Потому что Новый год, как правило, это праздник, где тоже большие скидки. Как взагалі сьогодні на людський мозок впливає реклама? Реклама – это необходимый вид влияния на потребителей, потому что реклама, ну, без рекламы не будет торговли. Сейчас у нас настолько переполнено информационное поле внешними рекламными раздражителями, что если вы не составите рекламу, причем чем она изощреннее, чем она интереснее и привлекательней, тем больше шансов, что вы обратите на себя внимание. Поэтому без рекламы сейчас невозможно. А от коли ми так от масово йдемо до магазинів, знижки, розпродажі, можна сказати, що людина 21-го сторіччя брендозалежна? Брендозависима можна і так сказати, тому що якщо говорити і о маркетинге, і о піарі, то якраз таки ті продукти, які рекламуються, які піаряться, вони завжди на слуху, і у людей підсознательно срабатує інстинкт, що цьому товару можна довіряти, тому що где-то я о ньому слышав. Іменно так і працює ця реклама, і так працює піар. Тобто ті товари, які на слуху, услуги, бренди, ті ми покупаємо, тим брендам ми довіряємо. Хотя на самом деле, если проанализировать, не все рекламируемые бренды являются качественными и им стоит доверять. То есть достаточно на рынке аналогов, которые не уступают по качеству брендированных и разрекламированных, распиаренных продуктов. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про Чорну п'ятницю, як вона взагалі діє на людський мозок, чи вигідно купувати покупцям у цей день товари, як діяти продавцям, у чому ж суть Чорної п'ятниці, чи дійсно це тотальний розпродаж, або все ж таки хитрий хід рекламників. Я сподіваюся, усі відповіді на всі запитання ви почули вже завтра, 27 листопада, у нашому місті у тому числі буде Чорна
Чорна П'ятниця, вам вирішувати, скуповувати все на поличках магазинів або ні. Ми сьогодні говорили про Чорну П'ятницю разом з нашим спікером, досвідчений маркетолог Сергій Черпаков. Ще раз вам вдячний за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!